nobody else above me. I hate you, I love you. That I want you, don't want her, you need her. And I'll never be her. Проигрыш. Сегодня I can't sleep. Это грустный трек, давай что повеселее. Do you miss me like I miss you? Fucked around again and touched you. Смотрят 106 человек. Микрофон потеряла. If I put you, you do not know that shit. You never buy that shit. Сразу видно, профессиональный артист текста не знает. Подожди, сейчас. Секунду. Времени нету, время – деньги. Ладно. Ого! Давай. Почти попал. Не было таких движений. Короче, да. Всем привет. Мы в школе. Это кто так сказал? А ты не слушай. Перед шлагу назад. Хватит. Кто тут свеж? Ничего себе! Когда мы одноклассницы не знают текст, да, круче всех. Короче, у нас бассейн, и мы спустились вниз в кафешку школьную. Видите? И ждем, пока кто-то придет. В Одессе шторм? No trouble. No trouble. Это, подпишись на меня, Лера. Это моя подруга. Еще одна подруга, но она плавает сверху. Сверху плавает. Да. Я не знаю, кто сейчас смотрит, с каких городов меня смотрит. Давайте, камон. Москва, Одесса, Челябинск, Красноярск. Ага. Ну да, Россия смотрит. Козырь плавает. Дубай. О, блин, я бы сейчас хотела Дубай. Короче, да, хорошо, я поняла то, что очень много из России виснет, но это интернет такой. Лера, давай. Прохладненько, поэтому я в шарфе хожу в школу. Екатеринбург. Ну ты музыку включи мне, конечно, сидит в наушниках. Но у меня динамик плохой. Надо бы как-то проводить время в школе. Мы сегодня пели в эти, как его, фены. Ну, я попыталась сделать первую транс, видишь. Какая? Нет. Встречалась, не вышла. Встречалась? Нет. Конечно. Не хочу этого признавать. Да. Я была встречена. Короче, ребят, в Польше 11 ноября концерт Бибера. Мы тут думаем, смотрите, он ехать или нет. В Кракове, там, где Владик живет. Скажи что-нибудь на украинском. Сполохуйка. Что это такое? Это зажигалка, да? Это ты придумала. Нет, это так и не знаю. Сико выжиму. Сико выжиму. Вы чего-чего? Погода? Я могу показать. А, нет, не покажу вам. Вы тогда увидите, в какой я школе учусь. Пожалуй, помните. Юля Хамали в школе. Так же я. Ангелина, вот она просто. Ангелина на парах в академии. Нет, она здесь. Да вот она. Вот она. А я знаю, в какой ты учишься. В Одессе ураган. Тебя шантажировать собрались, смотри. Ну хорошо, а хорошо. Как ты учишься? А вы тоже ждете, чтобы обслужили? Время.
Если надо свой конец. Да, мы не успели ничего купить. Мы сами же можем. Короче, все, прошу, моя новая профессия, я буду... За барной стойкой. Я думала, ты зайдешь туда. Нет, конечно. Расскажите про панини. Про сорт панини. Смотрите. Панини. Это чудотворение. Бутербродики. Панини. Значит, это бутербродики, горячие бутербродики с разными начиночками. Есть грибы, сыр, есть курица филе, есть колбаски гриль, есть курица копченая, шинка, салями, бекон. И теперь новинка. Оп! Есть еще бургеры. Есть бургер с семгой, бургер с курицей и бургер с телятиной. А для вегетарианцев, таких как я? Для вегетарианцев я могу посоветовать вам грибы и сыр. Правда, это с белым хлебом, но на диете они совсем подходят. Никак. Вот. Вот тут мы всегда смотрим какие-то шоу. Раньше, в прошлом году, мы тут смотрели «Мастер-шеф». Не, мы смотрели «Зачарование». А это наш стол. Будете знать, кто придет. Вот мы тут сидим посередине. Смысл показывать ногти, у меня маникюра нет. Вот у Мукрачан классный, посмотрите. Покажи. Клёвый. Я хочу есть. Иди. Хочу есть. Ладно, мы открытимся, наверное, если что, потом вернемся, когда больше это принесем. Блин. Сегодня в Элпу не буду аж до 10 вечера. Нас тренер. Алкаши рулят. Там было. Есть сегодня тренер. Сегодня много трень. У нас. Когда у вас каникулы? Ну, у меня каникулы мы в любое время в следующем году. Нет, мы в любое время можем идти да. на каникулы. Мы за едой хотели. Да. Чаёчек. Чаёчек мы хотели, да. И панини. Может быть, печеньку. Ты будешь панини есть. Она просто вот сейчас перескопит. Да какое? Ты что, странная? Я вообще мясо не ем. Я знаю. Да? Да, можно откусишь потом. Набери. Мы в школьной кафешке. Секретное место. Да, в школе. Ты не будешь понять? Не знаю. Честно говоря, не очень. Нет. Ладно, все, свяжемся. Вернемся потом.